Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал «Сейчас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі зі мною Валерій Соловей, російський історик, політичний аналітик і публіцист. Валерій Дмитрович, рада приветствовать, рада видеть на нашем стриме. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Спасибо за приглашение. Традиційно наших глядачів закликаю не забувати підписатися на канал «Сейчас». Так, власне, всі оперативні повідомлення, цікаві інтерв'ю, цікаві думки наших експертів будете чути якомога раніше. Ну, а наш з вами розговор, знаєте, інтерв'ю хочу почати, Валерій Дмитрович, от з чого. Смотрела ваше недавнє інтерв'ю, в частності, з моїми українськими колегами, і ви практически всех интригуете вот какой фразой. Ну, посмотрим, что будет перед выборами в России или сразу же после них. Ну, и тут полет фантазии на самом деле. Намек ли это на черного лебедя? Может ли этим черным лебедем стать, я не знаю, взбунтовавшийся двойник? Или, например, может случиться такое, что история с двойниками – это не что иное, как спецоперация, так называемая, оригинала по поиску предателей, которые его окружают? Да, я понимаю, это поиски такой византийщины в России, поскольку Россия действительно наследница и Орды, и Византии. И нет, здесь нет такой сложной игры, все очень просто. Путина нет живых, с 26 октября его замещает двойник, и за спиной двойника правят другие люди. Двойник вообще-то находится в изоляции. Я уже, по-моему, говорил, что его зовут Евгений Васильевич, он родом из Могилева. Ну да ладно, бог с ним, пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Что касается Марта, дело в том, что запрограммирован конфликт между элитными группировками, которые сейчас составляют правящую в России коалицию, и чьим, ну не фронтменом, а координатором выступает Николай Патрушев. Николай Патрушев хочет поставить своего сына во главе России. Речь идет о том, что вскоре после президентских выборов так называемый президент объявит о своем намерении уйти на покой или на другую должность и предоставит новому премьер-министру возможность вести Россию к новым победам, к новым высотам и к новым свершениям. И в качестве этого нового премьер-министра предполагается Дмитрий Патрушев, действующий министр сельского хозяйства и сын Николая Патрушева. Ну, так вот, этот вариант не устраивает очень многих. И у тех, кого он не устраивает, есть не только свой кандидат, но есть и планы, идеи, как этому противодействовать, как этому помешать. Поэтому я говорю, что перед президентскими выборами или вскоре после президентских выборов мы ожидаем, что элитная напряженность, которая сейчас существует, и она очень сильно перерастет в открытый элитный кризис. Угу. Алена? Смотрите, вот вы говорите, утверждаете о том, что сейчас в России де-факто всем руководит Патрушев. То, что он в тени, чем обусловлено? Тем, что он абсолютно подконтрольный элитам, либо он абсолютно не тщеславный, у него нет желания выйти из тени и показать, что он действительно всем управляет, что он действительно настолько сейчас силен. Ну, насчет второго предположения вы правы. Николай Платонович никогда не стремился к публичности. У него была такая возможность, он избегает публичности, он относится к разряду тех людей, я думаю, это еще часть его профессиональной выучки, который предпочитает править из-за кулис. Теперь, что касается того, что он является креатурой элитных группировок, это, мягко говоря, не так. Слишком самостоятельный, независимый человек, чтобы выступать в роли Петрушки. Это абсолютно исключено. А его правление, кстати, оно и не может носить иного характера, кроме как закулисного, потому что он секретарь Совета Безопасности, он не премьер-министр, он не государственный чиновник там, из тех, кто находится на виду, и который бы в Конституции мог замещать Путина. Так вот, он просто, его лидерство является следствием компромисса. Вот элитные группировки договорились, они договорились еще до смерти Путина. То есть они начали сговариваться, по крайней мере, с сентября, когда появился консенсус-прогноз врачей очередной. И в этом консенсус-прогнозе уже говорилось даже, когда Путин умрет. И, кстати, он оказался точным. Ну, там была небольшая ошибка на 3 дня. То есть Путин пережил себя на 3 или на 4 суток. Должен был умереть в воскресенье, а скончался в четверг. В воскресенье или в понедельник. А вот в тот момент они и сговорились, что, ну, Патрушев, наверное, самый подходящий координатор.
Что вот мы на время договариваемся, что мы ему доверяем полномочия руководить Россией. Мы доверяем ему полномочия, но это не означает, что он обладает безраздельной полнотой власти. Это было бы, по крайней мере, преувеличение. То есть он в своей свободе рук, он бы очень хотел, чтобы у него руки были развязаны полностью, все же сдерживается необходимостью учитывать интересы этих элитных группировок. Допустим, есть группировка Патрушева, есть группировка Чемизова. Чемизов очень влиятелен. И он занимает по ряду позиций, точку зрения имеет отличную от точки зрения Патрушева. Допустим, Патрушев мечтает о национализации, но Чемизов к этому относится совсем не так. Есть и разногласия по другому вопросу. И главное разногласие – это о том, кто же будет править Россией. Кириенко в чьей команде, Валерий Дмитриевич? Кириенко в данном случае, я бы сказал, скорее, наверное, примыкает к Чемизову, но Кириенко не входит в число тех 20 людей, которые управляют Россией. Угу. Он очень эффективный функционер, чрезвычайно эффективный. Но он не обладает настолько значительными ресурсами, чтобы войти в число фронтменов российской правящей элиты. А Кириенко в курсе двойников? И насколько он а он может эту ситуацию использовать как-то себе в пользу, например? Если у него желание побороться за власть? Это же самоубийство. Меня часто спрашивают, а почему Мишустин не объявит о смерти президента? А он жить хочет. Он после этого не проживет и получаса. Вот и все. Это все очевидная вещь для тех, кто понимает, как устроена российская. Попробуйте его только пикнуть. Валерий Дмитриевич, с вами хочу еще вот что обсудить. Здоровье, Путина было предметом обсуждений, активных обсуждений, начиная со времени полномасштабного вторжения, даже еще до полномасштабного вторжения России в Украину об этом говорили, но вот активно начали об этом говорить с февраля 2022 года. В массе интервью звучали, прогнозы о том, сколько осталось жить Путину, насколько у него серьезная стадия онкологии и так далее. Причем эти утверждения, они основывались на данных разведок разных стран. Вы, кстати, об этом тоже неоднократно говорили в своих интервью. Но в июле 2022 года глава ЦРУ Бёрнс, когда ему задали вопрос по поводу здоровья Путина, сказал следующую фразу. Есть много слухов о здоровье Путина, и насколько мы можем судить, он, похоже, слишком здоров. Ваши комментарии. Это же была ирония, даже не ирония, а сарказм. А в чем сарказм? Конечно, нет, американцы были в курсе того, что происходит с Путиным. Я думаю, что они знали от своих израильских коллег. Израильтяне были и остаются, были превосходно осведомленными о том, что происходит с Путиным, потому что израильские врачи курировали его лечение от рака. Они ему сделали операцию в феврале 2020 года, а потом, вплоть до весны 2023 года, они курировали его лечение. Так что они были в курсе, американцы были в курсе. А вот что они говорили публично, это дело другое. Возвращаясь к Патрушеву, насколько в ближайшее время, учитывая кстати, кризис, который сейчас охватывает все больше и больше российских регионов, сможет удержать ситуацию? Пока что он ее удерживает, она под контролем. Хотя есть подводные течения, но эти подводные течения не связаны с теми факторами, которые вы подразумеваете. Допустим, коммунальный кризис, даже коммунальный коллапс в некоторых регионах, в частности, Подмосковье. Допустим, выступление в Башкирии, выступление жен мобилизованных – нет. А главный фактор риска для Патрушева и главная угроза – это внутриэлитные конфликты, но не общественные настроения. Общественное настроение создает лишь фон, не более того. Этот фон может способствовать, может не способствовать элитным конфликтам. Сейчас он скорее способствует. Но все-таки главный движитель перемен – это ситуация внутри элиты, а не вовне. Алена? Насколько, вы говорите о том, что в ежовых рукавицах фактически двойника, который сейчас главный двойник Васильевич, его держат, а остальные двойники как-то задействуют, не задействуют, насколько они подконтрольны, и предвыборные гастроли происходят, губернаторы,
там, если говорить внутри России, это одно, а вот западные партнеры, они в принципе могут понять, что с... Да не знают. Что-то не так. Американцы знают, британцы знают, израильтяне знают, китайцы знают. Китайцы имели дело с двойником. В октябре в Пекин прилетал двойник. Они хотели на него посмотреть. Щупать они его не щупали, но хотели посмотреть, что это, как это. Им было чуть ли не, рассказывали, чуть ли не по-детски интересно, как это может работать. Ну, их, в общем, в принципе, все устраивает, статус-кво. Вот эти стороны знают точно, некоторые догадываются. Но, видите ли, всех все устраивает. Как и устраивает российскую элиту, ну да, догадываются губернаторы. Не слышать они не могли. Сомнения у них есть, но попробуйте вы их высказать. Еще раз, это вопрос не о не об опале, не о свободе или не свободе. Это вопрос о жизни и смерти. Будет все решаться мгновенно, они об этом знают. Они боятся Патрушева. Патрушев очень опасный человек, очень последовательный в своих решениях, я бы сказал, принципиальный. Поэтому есть основания его бояться. То есть я правильно понимаю, что те репрессии, о которых мы даже можем не знать, они сейчас все выше и выше, все сильнее и сильнее? Нет, есть угрозы, и это красная линия, которую российская элита не собирается переходить. Особенно элита второго, третьего эшелонов. Ну а для общества, понятно, кнут уже даже без пряника. Ну или точнее пряник для тех, кто добровольцами или недобровольцами пошел на фронт. Так, объясните, пожалуйста, Валерий Дмитриевич, элиты руководят Патрушевым или Патрушев держит в страхе элиты? Это консенсус, потому что я говорю, есть несколько ключевых элитных группировок. Понятие элиты это очень широко. Есть чиновники второго, третьего эшелона, там губернаторы, их можно назвать элитой, да, но не могут на что-нибудь повлиять, за исключением рамок собственного региона. Нет, не могут, на общенациональную политику они не влияют. Вот есть около 20 человек, которые управляют Россией. Причем собираются они буквально по секциям интересов. Вот есть предприниматели, допустим, Ротенберги. А вот есть силовой блок, который включает Шойгу, Бортникова, Королева. Есть другой блок. Ну, во всех этих собраниях председательствует Патрушев. Он выступает модератором. Вы хотите, по аналогии там, с советскими временами, фактически генеральный секретарь. Но генеральный секретарь, при котором есть очень сильные элитные группировки, то есть он их не подавил. Наверное, он хотел бы их подавить, но пока что это у него точно не получается. Валерий Дмитриевич, история с голой вечеринкой, она с конца прошлого года продолжается. Более того, ее комментирует даже человек, который сейчас называет себя Путиным. Угу. Почему? Эта технология, с чем это связано? И, ну, знаете, от многих там экспертов можно услышать, те, кто владеют информацией о том, что происходит вообще вот в российских элитах, в российских в структурах власти, они говорят, что там вечеринки похлеще. И на Новый год даже, возможно, могло быть похлеще. Ну, вечеринки похлеще, они были и есть. Но ведь здесь работает правило, что все звери равны, но некоторые равнее других. То, что позволено элите, не позволено мастерам культуры. Тем более Патрушеву доложили, что там чуть ли не пропаганда гомосексуализма была, а он к этому делу относится крайне негативно. В отличие, кстати, от покойного Путина. Тому было наплевать. Он к ЛГБТ никаких претензий не имел вообще. Это было хорошо заметно. А вот Патрушеву не все равно. Ну, в этом смысле, наверное, был ученик советской школы, даже не наверное, а точно, был ученик советской школы КГБ, в том числе с ее предубеждением. И Патрушев потребовал принять меры с тем, чтобы не было дурных примеров, во-первых, это, так сказать, борьба за народную нравственность, ну, в данном случае этот термин лучше взять в кавычки, и, во-вторых, просто приструнить деятелей культуры, чтобы они были лояльны, чтобы они покаялись, морально разоружились, ну и заслужили прощение, там, допустим, визитами на фронт, благотворительностью в отношении Донбасса, прочее, прочее, прочее. Это просто новая культурная политика, очень важно понимать. Это, кстати, совершенно очевидно, яркое указание на то, что Россия правит другие люди. Потому что с чего бы вдруг Путину менять культурную политику и политику в отношении ЛГБТ, которой он был вполне удовлетворен. А тут все изменилось. А Патрушеву, кстати, докладывают о каких-то подобных вечеринках и
если да. сейчас среди, не знаю, представителей Госдумы, там, легких каких-то. Да, он об этом прекрасно осведомлен. И это будет один из критериев кадровых чисток. Но не сейчас, он не может сразу заняться всем, понимаете? Подождите, то есть видео и фотофиксация есть? Да, того, и полностью. Все, это все в России находится под колпаком. Абсолютно все. Просто вот все, что касается элиты, касается российских олигархов. Если у кого-то из них, да, хотя я не думаю, что у них есть сомнения на сей счет. Поэтому, допустим, в своих политических разговорах и высказываниях внутри России они крайне осторожны. Потому что знают, что если двое соберутся и обсудят что-либо, то будет три доноса. Друг на друга напишут, и еще будут данные объективного технического контроля. Поэтому нет. Все под колпаком. Вот именно что касается элиты. Я не хочу сказать, что все общество находится под колпаком. Это было бы колоссальным заблуждением. Но элитные группировки, элиты – да. Алена? Да, Валерий Дмитриевич, так а все же о гастролях Васильевича дальнейшем. Будет ездить в порядке совершения так называемых предвыборных визитов. Ну, находится под контролем, может отсебятину какую-то, потому что он, понимаете, психологически он очень тяготится. Он находится в изоляции, это очень важно понимать. Он вообще изоляция такой, вот, объясните нашим зрителям, что эта изоляция предусматривает? Изоляция, он ни с кем не может общаться, за исключением обслуживающего персонала. У него нет друзей, у него нет любимой женщины. Если раньше ему, там, пока он не стал исполнять обязанности президента, ему бывало привозили женщин, причем он-то был в маске, когда с ними занимался любовью. Сейчас уже несколько месяцев у него не было физической близости. А поскольку он моложе покойного Путина, лет на 8-10, и он был вообще весьма любвеобилен в бытность свою, там, проживая в Беларуси, ну, он как-то ему плохо от этого. Понимаете, нет вообще никого, с кем бы он мог поговорить. Только обслуживающий персонал. А он крайне неумел, абсолютно. Словоохотлив. Ну, вот когда есть возможность оттянуться, выступить, допустим, перед общественностью Анадыря, там собрали 20 человек, он полтора часа с ними начинает беседовать, рассказывать, несет какую-то отсебятину, выходя. И в совершеннейшей глупости, в абсолютной глупости он начинает нести. О том, как он 2 часа в день занимается спортом, в совершеннейший бред. Ну, ему хочется хоть что-то сказать, хоть как-то пообщаться с людьми. Кстати, вот это его заявление о том, что его не узнают одноклассники и одногруппники. Это, ну, был это прокол раз... двойника или нет? Нет, это как раз довольно правильный пиаровский шаг. Я думаю, вы знаете и по жизни, что если нам угрожает какая-то неприятная вещь, лучше зачастую пойти навстречу и самим об этом сказать. Это же уже не первый раз тема обыгрывается. Во время прямой линии, помните, там вот двойник появился, ахаха. Заявление Пескова, он там 3 раза за месяц вынужден был опровергать существование двойников. Поскольку это все равно в повестке дня, то вам надо идти навстречу этой проблеме. Попытаться ее переинтерпретировать в выгодном для себя ключе. Самый выгодный ключ – это ирония. Ирония – самая ирония. Вот тут меня друзья перестают узнавать. На самом деле это саморазоблачительное признание. Ну как же они тебя узнают, если ты не тот человек, которого они знали? Ты выше. Он выше на несколько сантиметров. Он другой физической комплекции. У него отличается голос. Он пытается интонировать голос Путина, но у него не получается это. У него другие жесты. Если Путин не мог жестикулировать правой рукой, обратите внимание, как этот размахивает. Обратите внимание, как отличается разительная манера поведения. Просто разительная. Он же там чуть ли не обнимается, ручкуется. По плечу хлопает, среди людей наслаждается этой дешевой популярностью. Принц и нищий, да? Почувствовал себя принцем. Валерий Дмитриевич, смотрите, вы говорите о том, что там Патрушев недоволен тем, что двойник околесицу несет при публичных выступлениях. А с ним вообще репетируют? Как? Конечно. Говорят ему то, что он должен говорить? Нет, особенно чат. Да, он готовился ко всем выступлениям, ему там давали материал вот перед всеми встречами. Значит, материал об этом человеке, психологический портрет, когда он с ним встречался, что
то во время той встречи было сказано. Сказать, ну, он пытался произвести впечатление, что да, он все помнит. А сейчас, поскольку people have it, это правда, люди, они, знаете, вот как ослеплены, они смотрят, но не видят, слушают, но не слышат. Ну, решили, ну, а что стараться-то? Ну, он несет и несет. И все находят какое-то странное объяснение. Ну, он всегда таким был. Или он изменился, это возрастное. Понимаете, люди боятся посмотреть правде в глаза. А элиту это вполне устраивает. Ее интересует сохранение статус-кво хотя бы несколько месяцев. Можно сохранить, прекрасно. Выиграть время – это, возможно, выиграть очень много. Ну, почему же люди боятся посмотреть правде в глаза? Там перед Новым годом, кажется, по запросам в Гугле о двойниках Путина и смерти Путина, там просто рекордные были показатели. Показатели рекордные, они сейчас высоки. И подавляющее большинство граждан России, по крайней мере, слышали о том, что Путин скончался. Они слышали. И таких уже не меньше 80%. И не меньше 20%, по некоторым данным до 30%, в этом твердо уверены. Но публично-то об этом боятся люди говорить, они боятся это обсуждать. Хотя вы знаете, за это никакого наказания не последует в России. Это вам не дефамация российских вооруженных сил. Обсуждать тему двойников вы можете политически безбоязненно. Совершенно безбоязненно. Главным образом, как и намекать на то, что Путина нет живых. Ну, позволят себе говорить так, как я, вряд ли кто-то сможет. Но намекать на это вполне можно. Но ведь к вашим словам, к вашим умозаключениям, вы же знаете, что тоже скептически очень относятся. Ну и что? Я же знаю, на чьей стороне правда. Валерий, я предупреждал украинскую аудиторию, российскую, что произойдет 24 февраля 2022 года. Сентября. Угу. Отношение было скептическим. Ну что? Валерий Дмитриевич, а вот это время, когда, собственно говоря, в России объявят о том, что диктатора нет в живых. От чего зависит? Зависит от внутриэлитной диспозиции. Именно сейчас от этого зависит. Потому что физиологически тело, которое сейчас хранится в специально подготовленном холодильнике, патологоанатомическом уже, да, с декабря, оно может храниться год и больше. То есть год и больше оттягивается? Да, ну, за рамки этого года мы не выйдем. Вот, в этом году это уже станет известно. Может быть, до лета, может быть, чуть позже. Возможно, кто-то из элиты, именно из правящей группировки, в силу обстоятельств вынужден будет сделать саморазоблачительное признание о том, что происходит на самом деле, ну, происходило последние полгода в России. Но для того, чтобы сделать, вот резюмируя то, о чем мы с вами сегодня говорим, чтобы сделать это разоблачительное признание этому представителю российской элиты, нужны будут какие-то гарантии безопасности? Ведь по вашей версии это самоубийство. Эти люди могут себе гарантировать безопасность, если речь идет о высшей группировке. Они могут себе гарантировать безопасность. И более того, такого сорта заявления – это абсолютная гарантия безопасности. Другое дело, что после этого карьеру в России политику не сделаешь. Ну что ж, многие из них готовы уйти на покой. Зато получить гарантии безопасности и сохранности собственных активов. Ну что ж, будем следить за развитием событий, Валерий Дмитриевич. Благодарю вас за интересную беседу, за то, что нашли время и возможность присоединиться к нашему стриму. Спасибо большое за приглашение. Всего наилучшего вам и уважаемым зрителям и слушателям. Валерій Соловей, російський історик, політичний аналітик і публіцист, був разом із нами на стрімі. Традиційно закликаю глядачів наших підтримувати це відео своїми вподобайками, своїми коментарями. Ну і не забувайте підписуватися на канал «Січас», так будете отримувати всю важливу інформацію, якісну аналітику оперативніше.